Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Продолжается у нас масленичная неделя, и мы решили испечь блины. Для этого нам понадобится 5 яиц, пол столовой ложки соли и 3 столовые ложки сахара. Венчиком взбиваем эту всю массу. Добавляю 2 стакана молока. И обратно взбиваю. Добавляю стакан муки. И пойдет сразу у нас второй стакан муки. И в эту смесь добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем, чтобы не было комочков. И когда вот у нас смесь становится однородной, такой без комочков, мы вливаем сюда 3-й стакан молока. Даем нашему тесту постоять минут 5 и начинаем выпекать. Смазали сковородку подсолнечным маслом. Перед остальными блинами не будем смазывать. Если тесто у вас будет густовато, у всех мука разная, то добавьте еще молока. Используем вот такую ложку. Она от мультиварки и подходит для одного блина. Удобная. Первый блин не получился у нас комом. Снимаем. При желании можно сразу смазать сливочным маслом блинчики. Вот такие у нас получились блинчики, тоненькие. Поджаристые кое-где. И мы их будем кушать с вот таким медком. Медок жиденький налили. Всем приятного аппетита. Поздравляю всех с масленицей. Желаю всем здоровья и благополучия.